Состоялась третья по счету встреча жителей дома номер 5 в поселке Поведники с представителями администрации и управляющей компании. Внесенные в инвестпаспорт задачи были рассмотрены. По итогам состоялась встреча с активными жителями. Вы говорили о том, что высокие тарифы на отопление. Да, но это решает вопрос, конечно, Совета депутатов. Но могу вам сказать, что для пенсионеров существуют субсидии на оплату ЖКХ. И по сравнению с Москвой, которая с нами рядом, мы платим не за 12 месяцев за все-таки горячую воду, а за 7. То есть это такие как бы утешительные плюсы. Также жители поселка попросили обратить внимание на качество горячей воды. Этот вопрос стоит на контроле у Мутищинского водоканала. По желаниям по благоустройству жители дома добавили провал грунта на подъездной дороге. Ну а главный вопрос, волнующий всех, это капитальный ремонт дома, утепление фасада и замена окон. Встреча состоялась, народу было много, вопросов было много, но вопросы и нерешенных очень много. Вот по пятому дому я, конечно, не поняла. Я думала, что в этом году будут нам его утеплять. Я хотела, чтобы нам выставили хотя бы сроки по поводу ремонта дома, утепления. И сказали, что вот нам провести собрание, и будем тогда уже решать. Вот до этого я не знала, что нужно проводить собрание. Помимо жителей пятого дома пришли активисты из соседних МКД. Их вопросы касались разных сфер. К примеру, текущий ремонт второго дома, работы по которому возобновятся в сентябре. А до конца этого года завершится обновление седьмого. Также жителей волновала установка урн. Выяснилось, что заявка подана. Они будут установлены около всех домов. Считаю, что такой проект «Умная коммуникация» находит поддержку жителей. Потому что они понимают, что их слышат. Формат взаимодействия с жителями установлен благодаря главе городского округа Мутищи Юлии Олеговне Купецкой и при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Житель всегда прав. Несколько месяцев тесного взаимодействия мытищинцев и коммунальщиков показали, что открытый диалог помогает оперативно откликаться на просьбы людей и составлять долгосрочные программы ремонта с учетом их мнения. Татьяна Горностаева, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.